Дорогие братья и сестры, от всей души хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, Рождеством Христовым. Когда мы смотрим в год грядущий, мы хотим всегда, чтобы он был лучше, чем проходящий год. Мы хотим, чтобы он принес нам радость, мир, благополучие. Но следует помнить о том, что радость, мир и благополучие всегда начинаются прежде всего в нашем сердце. Если они не воцарятся у нас в сердце, не воцарятся они и вокруг. Поэтому дай нам, Господь, сил, чтобы мы потрудились изменить себя к лучшему, стать чище, добрее, милосерднее друг к другу. И тогда и мир вокруг нас будет сиять радостью Рождества Христова. Аминь.